А что если тараканы вонючие, посмотрите на них. Хорошо, нагло сразу заходим. Оп, найс. Все, погнал вопрос. Таракан вонючий не дерется, вот так вот крутится она. Нам дали сейчас по щам, это страшно. Тараканы возвращаются два. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксонас, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». А что если тараканы вонючие? И, конечно же, сейчас мы это все реализуем. Никакой дихлофос нам здесь не поможет. Конечно же, нам он не нужен. Ну, а противникам, я думаю, его следует прикупить. Поехали, ребятки, поехали. В общем, все предельно просто, как вы поняли. Сегодня мы тараканы вонючие, тараканы вонючие, конечно же, и все такое дело. Ну, что нам нужно забанить? Тинис, ларки, бары, стандартно баним. Алхимисты, я ласт пиком бруду, пацаны. Я играю сегодня на бруде, поясняю почему. Потому что бруду, в принципе, ну, не часто можно увидеть. Не часто можно увидеть бруду в моем исполнении, поэтому давайте сыграем на бруде. Берется у нас первый чувачок, этот нерубчик, это хорошо. Потом Шишер, потом Сандкинг. И у нас, к сожалению, такая проблема, что у нас нету пятого таракана, ребята. И это очень плохо, пятого таракана, к сожалению, в доте нет. Ну как таракана, Сандкинг вообще, ну в принципе, скорпион. Понимаете, да, в чем прикол? В чем прикол? Но попробуем как-то вот эту тему все, ну как-то сделать для вас. Ребятки, не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал, кто не подписан, и, конечно же, оставить добренький комментарий, потому что мы для вас стараемся, чтобы был какой-то годненький, интересненький контентик. Погнали. Next pick бруда. Пусть будет тараканом. Ладно, таракан вонючий. Вот так напишем. Питлорд, это не будет тараканом он являться. Ну давайте, ребятки, next пик бруда, нет смысла тут тянуть. Хорошо, погнали, брудка. Я центр, парни. Я центр. Ой, некро взяли, ой, тяжело. Да, некро... Вот такой вот у нас, смотрите, некро, говорю. Это венома взяли, у нас там некролайта взяли. Некролайт очень сильно будет напрягать моих тараканов вонючих. И, к сожалению, не смогу пушить очень быстро. Но катка, надеюсь, получится интересная. Сейчас ворвемся уже в тему и покажем, что мы тараканы вонючие. Правильно, ребят? Тараканы вонючие. Окей, хорошо. Пока это в теме, пока это в мете, пока это фаново, пока это на данном моменте работает, будем говорить тараканы вонючие. Правильно, правильно, ребят. Погнали, у нас брудка. Вот так, вот так, вот так берем. И вот так вот, все. Let's go. Центральный проходик наш. На брудке сразу сделаем вот сюда тараканью паутину, да? И вот сюда закинем. Таракан вонючего, пацаны поняли, да? Кусили тему. Хорошо, на победку, на победку. Вином. Хорошо. Опа, ЕСЭФИ, да? ЕСЭФИ. ЕСЭФИ. СФ там балуется, в рейзике дропает. Гость здесь, он у нас команда тараканов тараканы вонючие. Ой-ой-ой, что ж это такое? Тараканы вонючие, посмотрите на них. Ой-ой-ой. Это что такое это? Тараканы вонючие. Ой-ой-ой. Я чистый. Окей, ну раз парень чистый, там таракан, ну окей. Так, погнали, вот сюда ставим вот такую тему. Оп. Беру. Там Рики может быть. Может Рики забрать, успеваю. Ой, хорошо, я не таракан вонючий. Отлично, ребятки. Центральный проход в нашем распоряжении должен быть. Должен быть. Сейчас посмотрим СФ на миду. Главное подластичивать. Брать себе все артефакты, которые надо. И все. Брут челлендж. Конечно, брут челлендж или САС.
Да, сас. Сас. Так, пока что крипчики послушные. Вначале у меня дэмэджа хватает, чтобы ластхитить в SSF, а дальше потом будут проблемки. Хорошо, пока ластхитим. SF такой персонаж, у него дэмэджа вначале. Совсем все плохо. А потом чуть... Начинает по чуть набирать, и уже появляются проблемы, ребятки. Поэтому по чуть... По чуть надо давить. Давить начнем с третьего левела. С третьего левела начнем давить. Хорошо. Оп, сейчас под Т-шку выйдем. Хорошо. Хорошо, что SF пушит. Пушит это хорошо. Так, ну не буду тут, скорее всего, добивать. Надо через тычку. Хотя вот так можно. Хорошо. Первых тараканов вонючих мы сделали. Сейчас еще пачечка тараканчиков. Отойти сейчас в рейзы будут. Оп. Хорошо. Сейчас запинаем СФ. Опа, на меня таргет взяли. Оп. Хорошо. Таракан вонючий победил. Имеется. СФ злится. СФ злится. Сейчас делает ТП, умирает еще раз на характере просто. Как раз мана придет. Уру вещи. Оп, найс. Хорошо, нагло сразу заходим. Оп, найс. Все, погнал вопрос. Акс-акс-акс, пишет СФ. Он еще не понял, что тараканы вонючие. Походу не понял, ребят. Но сейчас поймет. Так, это нужно сапог взять. И давайте стик. Стик сейчас чуть-чуть накапает. Накапает стик. По чуть-чуть. Сапог и стичок. 365 надо. Хорошо. Пойдет. Так, первая тачка, вторая минута. СФ не может стоять. Потому что что? Потому что тараканы вонючие. Хорошо, ну брудка делает свое дело, ребят. Делает. Хорошо, тачка минуса. Отлично. Все, можно дальше подтушивать. Смотрите, как он выходит нагло. Хорошо. Есть. Киллинг спри делает. Киллинг спри делает у нас бруда. Давайте фазы некстом. Одну ману. Хотя вряд ли. Возьмем, наверное, сразу. Рекуру пацанам напишем. Рекуру. Рекуру. Так, седьмой левел, сейчас очень много хараться будет. Давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. Спрячемся сюда. Куру подсылаем. Подфармим здесь. Подфармливаем, куру присылаем, реюзаем. И можно затушить всех. Можно затушить всех тут будет. Оп, найс. Хорошо. Хорошо. Делаем вид, что мы не в курсе, что тут сентрячок. Вот так вот, выходим. Отходим. Опасно, опасно. Пуш подошел. Тоже умирать не хочу, потому что играю без замедла. Без замедла играю. Отходим. Хорошо. Пойдет. Нормально гоняю пока. Так, что по первым артефактам, ребятки? Тараканы вонючие. В миду таракан вонючий, пацаны. Вот это опасно, ребят. Опасный таракан вонючий в миду у нас имеется. Нам надо сентри желательно снять тут. Сентри. Так, кура летает. Сейчас себе соло куру возьмем.
Солокуру возьмем. Вот этих тараканов сюда, и этих тараканов вот сюда. Хорошо, это у нас будет врыв. Айсефа. Так, и нужно куру себе соло. Сразу открываем, закрываем, ребят. Главное, чтобы это было фаново. И нужно вот так вот. Раз, два, три. Хорошо. Insufficient mana, говорит. Хорошо, так, вот эти обходят. ВСФ, найс. Залетели. Опа, это вот туда же. Это вот туда же. Оп, хорош. Вот это, конечно, таракан вонючий. Не желаю никому таких больших тараканов, ребята. Даже, в принципе, тут не поможет никакой дихлофос. Дихлофос тут никакой не поможет против такого таракана вонючего. Давайте вот так сделаем. Замедло в разочек. И по чуть ломаем. Нужно сделать вот сюда вот такую вещь. И аквилочку бы сделать. Ух ты, он койло там. Двоечку имеет уже. Тяженько, тяженько. Таракашки-то уже вонючие, страдают. Пока что тараканы вонючие убивают. Хорошо, успеваю. Хорошо. Чё-то я на СФ топориком клацал, кстати. Гений. Непризнанный, кстати. Непризнанный. Тоже вард сняли. Так, ну все, пришли. Пришли они подтушивать максимально. Тяжко. Так, что нужно сделать? Я думаю, взять какой-то арчит ранний. Ранний арчит. Как вы на это смотрите, ребята? Мы тараканы вонючие или кто? Давайте арчит возьмем. И нужно драться за свой вижен. Нужно драться за свой вижен. Хорошо. Драться за свой вижен надо. Ребята вроде там подтушивают боковую сторону. Хорошо. Есть. Сейчас задевардимся. Будем нападать. Сэф, конечно, таракан еще тот. Молодец. Койлами начинает отпушивать. Вот так делаю. Этих сюда. Хорошо. Вот тут, найс. Т2 я забираю. Ага. И вот эту тему тоже забираю. Хорошо, ребята. Хорошо. Отлично. Ух ты, смотри, зачистка таракания пришла. Он дихлофос принес. Подает. Тут в центре, походу, стоит. Не могу пройти. Ну-ка, поставь, проверочка. Я тут в центре. А чё так плохо все? Чё так плохо? Жесть. Так, у меня почти есть арчит. И это радует. Можно дофармить. Оп, найс. Так, ульт в 2. Ребят, ну, в принципе, стандартная катка на бруде получается пока что. Ну, может быть, с каким-то изюмом. Потому что меня пока что не сильно, я так заметил, прессингуют. Не сильно. Давайте вот так сделаем. Эсав сейчас подбежит, будет кайлами задувать. И мы вбегаем просто туда. Ага, вот так вот, значит, да? Вот так вот, значит. Ну, тогда отправляем этих тараканов на фарм. На фарм. На фарм. И распределяемся вот здесь вот в лесу. Располагаемся вот здесь вот в лесу. В лесочке аккуратненько подфармливаем. Все, Магнус пошел девардить. Там одни. Центр один сняли мне. Хорошо. Хорошо. Сейчас арчидик будет уже с арчидом. Да, арчид хорошая вещь будет здесь. Арчид хорошая вещь будет. О, еще и некор пришел. Да вообще. Слушай, ну ни стыда, ни совести у них. Ай-яй-яй, это жестко, бро. Ни стыда, ни совести. Так, Санкинга мы потеряли, таракана вонючего. 4. 4 героя здесь у нас бродит. Это жестко. Вы чё, пацаны? Пришли тараканы вонючие.
А что я им сделал? Они не любят тараканов. Вообще не любят. Так, мне нужно вот это и вот это. Хорошо. Они не любят тараканов. Они дихлофос взяли, ребят. Хорошо. Так, надо стики зажать. Сейчас кто подходит, сразу надо забирать. Извиняюсь. И ломаем. Так, есть. Хорошо. Тут работаем. Тут работаем. Тут делаем вот так вот. Так, арчит у нас есть. Так, пока они там бегают, кстати, надо мид колотить. Что за дела? Давай, давай, работаем по СФ. Давно СФ не фидил нам. Давно СФ не фидил. Ух, там драка. Но я мид ломаю. Можно будет еще в мид сейчас выйти. Хорошо. Арчит почти откатился. Ой-ой-ой, как он меня поймал. Так, вот тут надо сало давать. Оп. Хорошо. Отходим. Тут опасно. Опасная ситуация. Ух. Прошел. А ты что, меня видишь, что ли, дядь? Оп. А у меня еще есть таракан вонючий рядом. Хорош. Хорош, тараканы вонючие. Но мид ломается на ура, ребят. Мид ломается на ура. Хорошо, мид ломается на ура. Ух, там тараканы вонючие побежали, но надо ломать. Хорошо. Тараканы вонючие, походу, победят, ребятки. 12-я минута, зашли хг таки. Зашли такие хг. Хорошо. Отходим. Жесть, как там меня, кстати. Оп, добили. Ух. Хорошо, все, добили, найс. Добили. Жесть. Ох уж эти тараканы вонючие, б. Красавы, мид наш. Мы взяли центральный коридор. Можно немножко подформирует. Там очень серьезный пик, на самом деле, и тянуть не очень круто было бы. Не очень круто было. Давайте тут, ага, там есть центряк. Все, не надо, значит. Вот так вот делаем. Аккуратненько смещаемся. Что next там лучше собрать? Я, наверное, соберу БКБ, ребят. И сделаю настоящего большого таракана вонючего. Наверное, это будет годно. Хорошо. Вот сюдашки. Отлично. Пока у нас все отлично получается. На мид выкатим тараканов. Хорошо. Пойдет. Пойдет. Что-то там кто-то пошел драться из моих тиммейтов. СФ вообще жесть. Паутину спокойно заходит. У, там уже ульт. Кто там еще? Тараканы, а вонючие. Бля, ну, пока нормально все, мид. Думаю, может боковой лайн стянуться. Тут выведем сейчас. Ух ты, там Рики. Киллинг спри делает. Погнали на топчик. Так, сделаем. Паутина есть, все есть. Хорошо. Оп. Николай-то подтошили-то. Хорош, его туда же. Жесть. Не, ну тараканы пауэр, ребят. Ну реально, тараканы пауэр. Тараканы пауэр, просто нереальная тема. Эй, вот это чё пуч ливает? Ну таракан, ребят, ну вонючий. Не знаю, такая фастовая катка получается, что даже... А как вы хотели? Это тараканы. Фастовая катка — это тараканы, ребят. Тараканы вонючие. Тараканы вонючие. Шнуродер? Да уж. Тараканы вонючие. Вот это я понимаю, конечно. Жестко. О, отлагал. Ничего себе. Найс. Хорошо. Я тогда думал, он же шнуры дернул. Сейчас слишком изи. Потому что
Тараканы вонючие. Таракан вонючий не контрится. Хорошо. Так, давайте сентрячок куда-то ткнем. Наверное, вот... Ага, вот вард все-таки стоит, да? Можно сниму. А, найс, багнул. Вот сюда и вот так вот делаю. Хорошо. ПКБшка имеется. ПКБшка имеется, за медло имеем. Ну все, терроризируем топ. Не забывайте, что истинные тараканы вонючие работают всегда по одной стороне. По одной стороне всегда работают. Вот так вот сделали. Найс, красиво выглядит. Красиво. Бруда — это тараканы вонючие. Хорош. Так, вот здесь вот. Мини-карта на карте. Что такое мини-карта? Так, таракан вонючий, иди фарми, что за дела? Отдыхать он решил, короче. Сейчас, короче, вот эту гвардию огромную тараканскую делаю. И отправляем ее на топ просто, суицидально. Ну-ка. Все, погнали. Тараканы вонючие. Поехали! Ой, не, ну там слишком страшно. В центре сняли тут. Оп. Боюсь в рейзов. Дайгер. СФ лотар делает. Ух, там СК подкапывает. Страшно, вырубай, Санкинг подкопал сейчас. Вообще по-страшному. Так, давайте так сделаем. Можно было зайти. Магнуса дагер есть, да? Это таракана туда вонючего отправим. Пусть расчищает. Хорошо. Сэф лотар. Отойдем чуть-чуть в стороночку. Да, сейчас вот так зайдем. Так вот делаю. Хорошо. Оп. Ага. Стики есть еще. Таракан вонючий не дерется. Вот так вот крутится она. Вот вонючий таракан, а. Жесть. Но чуть-чуть не хватило. Кстати, стрик отдал, ребята. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Короче, берем. Гем. Ребятки, гем. Нам дали сейчас по щам. Это страшно. Просто нереально. Артгами. Вообще изи катка. Я, конечно, не профи в этой катке, но, по-моему, Веном должен по КД ставить 3. Я что-то не видел вообще их там. Готоп. А что я делал, говорит? А ты кэмпы блочишь, вот что ты делаешь, дядя, вот это... Он кэмпы блочит сам себе. Кэмпы сам себе блочит, чувачок. Так, ну блин, топор не варик вообще скидывать. Хотя, ну давайте, что поделать. Окей. Погнали. Погнали, ребят. Главное до сеточки доползти, а там дальше уже. О, там Рики. Гоу. Гоу, Рики, тушанем. Тараканы вонючие возвращаются 2. Тараканы вонючие возвращаются 2. Фильм «Убийца тараканов». Нет, это «Нашествие тараканов 2». Сейчас на ХГ пойдем. Хорошо. Тараканы возвращаются. Тараканы возвращаются 2. Ой, это жестко, я не знаю. Это жестко. Там еще и рудгисы. Ну-ка, тараканы, покажите, как надо сентри ломать. Хорошо. Найс, тараканы ломают. Тараканы ломают. Что-то у нас с Санкинга сегодня фальстарты. Боже, как же он подкапывает.
Боже, как же он копает эту доту, этот ядер. Это просто таракан настоящий, вонючий. Настоящий таракан. Хорошо, ломаем по чуть. Но боятся, пацаны боятся, понимаю. Понимаю. Магнус, ой, прыжочек. Пошло дело, пошло дело. Пошло дело. Это плохо, кстати. Вот тараканы вонючие работают. СФа я отпустил, потому что смысла не вижу бежать за СФом. Вообще не вижу смысла. Пушим аккуратно. Но катка, тараканы побеждают, ребята. Тараканы вонючие. Чисто АФК. А как вы, а что вы хотите? Против тараканов вонючих и одного змея. И одного змея. Вообще без шансов у вас тут. 20 минут. Тараканы опаздывают на атаку. Давайте, ребята, пушим. Тараканы вонючие, wins. Такой чисто фановый коротенький видосик будет для вас. Пацаны, а что нет? Будете знать, что такое тараканы. Это просто тараканы против всех. Дихлофос не помог. Хорошо. Дихлофос не купили, проиграли. Вот так вот. GG. Все, ребятки. Good game well played. Тараканы wins. Даже почти без смертей. Оп. Как они дамажат, блин. Хорошо. У некро пока что КД. Ой, там нашего таракана выхукали. Выхукали. Жесть. Тараканы ломают. Тараканы ломают. Давайте СФа поломаем. Оп. Что за фортстав? Это пуш, наверное, фортстафнул. По-любому не наша команда. Пуш, скорее всего, фортстафнул. Хорошо. GG. Так, что там? Ломают, ломают, пацаны все-таки хотят закончить. Не, ну, ребят, ну тараканы, вот исход. Вы сами знаете, что тараканы это мощь, тараканы это пауэр. Тараканы пауэр. Ох, какой. На тебе. Я злой. Тараканы вонючие. Ребята, ну вот такая катка фановая, фастовая получилась. Ну а как вы хотели каточку с брудой? Тараканы вонючие. Просто затащили всю эту игру. Вот что бывает, когда не покупают дихлофос. На этом все, друзья. Вот такая фановая катка. Не поленитесь поставить лайк. Все, ребятки. С вами был Ксеназис. И до скорого.